Вы смотрите канал «Улица Москвы», и спустя почти что год мы снова оказываемся в Зеленограде, и в этом выпуске побываем на улице Гоголя, район Силино. Это с северной стороны от железнодорожной станции Крюково, здесь она недалеко. Туда район Старое Крюково. Ну, собственно, вот по этой сторону находятся 4 из 5 районов города Зеленоград. Это Старое Крюково, Силино, Матушкино и Савелки. А район Крюково находится с противоположной стороны от железной дороги. Ну вот мы были на Панфиловском проспекте, улице Панфилова, которая туда ближе к железной дороге. Ну вот на улице Гоголя тогда побывать не успели, но сейчас вот мы на улице Гоголя. Прямо у нас в сторону пересечения с улицами Алабушевская и Филаретовская. Ну, улица Алабушевская будет являться продолжением вот данной улицы. Там еще дальше будет следственный изолятор. Вот-вот уже весна наступит. Сегодня 27 февраля, ну, вы, скорее всего, увидите данный выпуск в марте, потому что, ну, у нас тут есть еще некоторые выпуски февральские, которые будут загружены раньше. Ну вот уже весна наступила, точнее, как это, потеплело на улице, сейчас где-то около нуля, были морозы затяжные. Начал таять снег. Обратите внимание, нумерация домов в городе Зеленограде в большинстве своем не по улицам, а по номеру корпуса. Конечно, странное это дело. Ну, напомню, Зеленоград — это часть Москвы, обособленная. То есть фактически город-спутник, но в составе Москвы. Дальше будет примыкать улица Панфилова влево.